Все, пошел я галкать. Пойду искать друзей. О, добрый день. Иисусе Христа, Иисусе Христа, аминь. Да давай поиграем. Извините, демон, нечисть проклятая. Да сам ты демон. Аминь. Не понял. Тебе не надо. А за шо? Да ёб твою мать. Ты моего друга украл, дед пердун сраный. Чё ты делаешь? Ты мешаешь мне хозяина найти. У нас маленький коротышка. Сам ты коротышка. Просто малый, маленький, ещё не вырос. Миниатюрный кус красный. Давай поиграем. Блин, ослепили бедного щенка. Ну за что так жестоко, блин? Просто для начала, чтобы на тебя еще игроки не бомбили, когда тебя оглушает гранат либо светошумовой, встанет 5 секунд. Ага, я понял. Я просто стену долбил. Да я понял. Все, окей, целую. Не, ну ты еще готовься, скоро будет формат видео, там, где меня придется банить за каждое нарушение. Зона 02. Красный, суперсильный, черный. Что это нахер означает? Я, блин, давно не играл или что? Получается, красный это 939, суперсиний 049. У нас же есть нормальные наименования кодовые. Арахис, дельфин там. Ну вы не понимаете, это вор. Вор и так прописано. Да, блядь, да. А когда это лор так поменялся? Я что-то не помню. Блин, накальянили. Ой. Сам ты пудель! За что так, блин, щенка обзывать? Сам ты пудель, ты щепчуху Ахвана звал. Дама мелкая! Сам ты мелкий, просто маленький, не дорос еще. Придется! Ты обидел щенка маленького, вообще невинного нахер. За мной маленькая хрень бежит! Сама ты маленькая хрень! Вот он здесь! Нет! 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 Нет, уходи от меня, уходи от меня. Ты черный мелкий, это водрянь. Уходи. Да, давай поиграем, давай поиграем. 7-9. Я играю за маленького щенка, никто со мной играть не хочет вообще, блин, капец. Только заебенит хотеть. Дружить, давай дружить. Ну давай дружить, ну что ты говоришь, давай дружить, а дальше? А видео было записано на моих серверах, ссылка на которые будет в описании. Также по промокоду собачка вас ждет целых 15% скидки на все донаты на моем проекте. Ссылку на сайт, где использовать промокод, будет в описании. Никто не хочет поиграть с бедным щенком. Даже вообще безобидный. Ага. Игнорирует все маленькую собачку. Нафиг она никому не нужна. Мать твою налево. Ну поиграй, поиграй с маленькой собачкой. Ну чё тебе, блять, я не понимаю. Люди, я маленькая собачка. Там на 49 мелкий, блядь. А, боже, бедную псину ослепили. Вот что тебе щенок сделал? Я не понимаю, я тебе жопу отгрызу за это. Я не мелкая хрень, я маленькая, еще не выросшая. Ты умирать собираешься, гадина? Закрывай, закрывай, закрывай. Поиграй с щенком. На. Ты ж вообще, блядь, безобидный, я масенький. Че ты стреляешь сразу? Не, ну не гадали. Иди в будку. Вообще, сама иди, иди, иди в будку. Не пойду я в будку, там отстойно. Здрасте. Я? Я его съел, если что. Он не хотел со щенком играть, понял? Да, блядь, да за что? Что я такого сделал? Господи. Бесик, а почему ты такой маленький? Ну так не вырос еще щенок еще, понимаешь? Никто играть со мной не хочет вообще, блядь, обижают только. Суки. Слушайте, может мне не щенком стать, я не знаю, может котом, но что-то вообще играть никто не хочет. Убать. А, я, да, я... А, блин! Извиняюсь, чуть не съел Томика. Пошел бы на корм. Что такой маленький? Да я ж не собака полноценная, я щенок пока что, я только расту. Это наша собачка, папа, это наша собачка. Да, погладь собачку, остальные что-то от меня ушли и вообще играть не хотят. Наша собачка, тебя выпустил, что ли? Я просто человека нечаянно немножко укусил, он сразу помер нафиг. Выгуливаем, это наша собачка домашняя, ручная. Как назовем? Ты чё, охуел, у меня уже есть название. Собачка, там покушать. Где, я не вижу. Покушать убегает. Оля. Пацаны, выпустите меня. А, вы чё там застряли? А чё меня телепортировало, блядь? Сука, Копперфильд сраный. За шо так пёсик это? Кусает. Ты кусает, она меня кусает.
Бля, у чела походу. Ням-ням-ням. Долго вымирал, но это потому, что, наверное, еще щенок-то не вырос полноценную собаку. Эй, мой! Мой трюк! Ням! Второй левел, где? За пятку загрыз, просто на лицо прыгнул. Ладно, кушайте, кушайте. Это, блядь, что за... Батик, ебать, нахуй. Уебать, халява! Кушать! Ой, поиграй, поиграй с собачкой. Как вкуса. Играть собачкой, блядь, звучит страшно. Блядь, на улицу выгнали пёсика. Щенка, вообще твари. Блядь, нашего пёстеля выгнали. Давайте разборки чинить. Да, а что, всех убили, что ли? Да, Чумка свалил на вертолете. Псину бросил, ой, пёсика я имел в виду, щенка. Фиксики? Ни хрена себе, их столько. Ох, ты ж гнида мелкая, нет. Я не гнида мелкая, я маленький пёсик. Живи, живи, живи. Я не верю, что ты собака. Блин, маленького щенка взорвали, за что, я не понимаю, я не понимаю. Я Меня чуть, сука, блин, придурок, чуть это не убило, Тесла, я прыгнул через тебя и прям на Тесла. Прикольно. Я думал, что сдохну, блин, не обосрался, нафиг, все, был бы зажаренный щенок, я не знаю. Да шо ты, серый ноешь, спокойно, все живы. Питер Джокер, как давно у вас появился ваш личный чихуя-хуёныш? Сам ты чихуя-хуя. Он про меня долговязый. Да блин, опять ты меня напугал, долговязый. Ты открываешь, я просто он ли твои ноги вижу и все. Сам попросил маленький рост, еще и жалуется. Тебя, блин, я не понимаю, в стероиды раньше, в гормон роста уронили в чан. В детстве. Ротельки много поел. Да я таки понял. Я как истинный душнило, похуже начика, нашел у вас пока что лишь одно нарушение. Могу вас поздравить, вы знаете правила собственного сервера. Ура! Да, конечно, понятное дело, что знаю. Слушай, ну я же создатель сервера, ну типа, а как может быть по-другому? Я в шоке, что вообще в принципе есть нарушение. А, слушай, Мсерк, мой тебе совет. Лучше зайди и правила почитай. Не надо, потому что скоро будет видео в формате, типа, забанили на своем же сервере. Замечательно, можно я тогда как раз админку успею получить? Ну, может. О, добрый день, давайте играть. Куда же вы? А, не, на шестой. Мистер, куда же вы? Ну. Блин. Мне казалось, что... Что там у вас? Скотина, я пощадил белого этого мудака, он взял от меня, убежал. О, кто это орёт? Чё ты орёшь? Что такое? Что такое, баба? Закрой, наоборот, ещё должен стать громкий звук, я баба не дали. А, ну тогда понятно. Привет. О, пора играть. Ну ёп. Это моё. Вы чё, его сожрали? Да, я его съел. Да нахер ты его съел? Зачем ты его трогал, блин? Первый раз нашел. 20 минут бегал по серверу, нету никого живого. Хоть с кем-то бы, блин, этот щенок бы поиграл, а так все, звездец. У нас, в принципе, так происходит. О! Бог посмотрел! О, пизда. Блин, они все ушли. Просто люди в один друга убивают. Это просто петух. Есть шанс, что когда спаунится за специалиста, то тебе могут дать микрохит. А, ну да, кстати, мне давали, когда я за учёнку сбегал. И это работает, кстати, если у тебя есть донат, стартер-пак. Не, даже если ты обычный человек, то тоже работает. Да? Не-не-не-не, покупайте стартер-пак. Я зарплату жду, мне зарплата до сих пор не пришла. Не будем делать реформ, давайте деньги просто. Амстер, когда ЗП? Не знаю, это не ко мне. Шо ты ревешь? Вот скажи. Киндер пигви не дали. Ну пойдем, пошли, найдем урода. Удачи, все, удачи, все, понял, Амсир, просто, удачи. Да, Амсир. Капец, у меня там на радаре просто армия. Шо, на толпой-то на щенка можно, конечно, кто угодно отпидает. Амсер, беги. Пака, держи мячик. Амсер. Да пошли вы нафиг, что это за шутки? Я тебе жопу отгрыжу, мразь. Чего 200? Почему я нормально? Я сделал все, что мог. Сука, мне еще и Вингу бил, предатель. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, и комменты обязательно.